Проблема в том, что если ты как обычный человек, тебе предоставляется карта, которая заштрихована серым почти полностью, и где-то на сопках, на вершинах сопок, тебе предоставляется, вот можешь там выбрать, понимая то, что чтобы этот гектар поднять, никакой инфраструктуры ты создать там не можешь. И все это далеко. В общем-то, я бы сказал так, что кто-то узурпировал эту вот программу и ставит той светлой идеей нашего правительства, да, палки в колеса. Ну вот, я согласен, у нас такая же история. Я, например, считаю, что касается программы «Дальневосточный гектар», я считаю, что здесь представителю президента на Дальнем Востоке, службе президента необходимо очень строго контролировать именно продвижение этой программы. В противном случае, то есть то, как она, для чего она была задумана, не будет реализована никогда. Сейчас получается, что непонятно кто, непонятно как, скупают эти земли или препятствуют покупать эти земли тем, приобретать эти земли, кто истинно нуждается в этом, кто собирается здесь жить и трудиться на процветание Приморского края.